Следование духу. Приветствую вас. Продолжаем тему «Установка на дух». Помните, мы уже познакомились с двумя методиками. Первая – установка на дух, и вторая – визуализация духа от Мерлина. И вот третья. Для следования духу и получения планов текущих дел применяется специальная методика Ариэля. Она основана на том, что твое ментальное тело живет в будущем, эмоциональное тело – в прошлом, а физическое тело – в настоящем. А теперь удобно расположись и сосредоточься. Поставь вопрос. Например, как будет, если я предприму работу X? Или что произойдет, если я женюсь на персоне Y? Теперь объедини чакры и заряди дух излучением из сердца в объединенную чакру. Затем представь дверь, на которой написан вопрос. Скажи себе, что за этой дверью ты переживешь? Относящуюся к вопросу ситуацию, полную, живую, дышащую, убедительную ситуацию. То есть за этой дверью ты уже приступил к работе X или женился на Y. И обратно уже не повернешь. Это произошло и очень реально. Как чувствуешь ты себя в своем теле при этом? Отследи. Свободно, спокойно, радостно, счастливо. Что ты принял правильное решение? Или напряженно, полон страха и ярости, что опять поступил неправильно. Это твой «я-дух» связался с твоими низшими полями через резонанс с «я», принявшим решение. «Я-дух» уравнял энергии и может дать тебе почувствовать результат твоего решения. Отсюда и исходят реакции твоего тела. Продолжаем. Прежде чем ты покинешь это место, посмотри на дверь, на которой стоит предложение духа. Эта дверь лучится и светится, и производит впечатление, как будто за ней находится хорошая энергия. Ты пожелаешь, возможно, открыть эту дверь и войти туда. Если ты перед этим просил партнера, ты встретишь его за этой дверью. Возможно, ты его уже знаешь, а возможно, это незнакомый человек. Если ты просил о рабочем месте или доме, то увидишь себя в известном окружении или совсем где-нибудь в другом. Ты будешь удивлен, но дай подействовать этому на тебя. Как ты теперь чувствуешь себя в своем теле? Подумай о том, что ты всегда имеешь свободу выбора. Это часть игры. Как дух ты надеешься на полное слияние, но это должно быть двусторонним желанием и не может быть враждебным решением. И так как ты находишься на опережающем пути в направлении вознесения, желаешь ли ты действительно тратить время на опробование решений, исходящих не из духа? Подумай. До встречи. Всех благ.